Уже всем, конечно, привычная форма Т-образная. Она уже прям не новая, но по-прежнему актуальна. Собственно, у нас такие аналоги. Это JRL, это фен от компании Kintara и фен от компании Gamma Professional IQ. Что думаете в отношении их? Работали ли ими? Какой из них, точнее, на ваш взгляд, самый кайфовый, пушечный, бомбический? Напишите. Короткий такой фидбэк о фене Forte Pro от JRL. Внутри шла вот такая кисточка для того, чтобы очищать фильтр. Насадочка. Насадки не магнитные, но как будто бы оно и не мешает. Здесь есть такие зазубринки прорезиненные, но, собственно, никуда не девается. Сейчас покажу. Прикольно широкое сопло, прикольно узкое сопло. Поток воздуха достаточно сконцентрирован. Пока не понял я, собственно, в чем прикол вот этих вот зубьев. Если кто-то знает, напишите. Но пока вот при работе немножечко не понял я, прям не прочувствовал. Очень круто, мне понравилось. Сейчас, кстати, притащу одну штуку и покажу предмет, на чем я. Есть вот такой парковский мешочек, он одевается вот так на фен. И когда мы включаем на всю мощь фен, у нас волосы, собственно, никуда не уходят. И мы можем легко работать с кудрями, с вьющимися волосами и так далее. То есть это круто. Собственно, ребята реализовали такую пластину в рамках вот этого внутри диффузора, которая точно так же не раздувает волосы. То есть если мы вот сейчас ее оденем вот таким образом и включим, видите, сильно, то есть волосы не уходят, не разбиваются от потока воздуха, то есть можно легко формировать, то есть локоны, работать с ними, и, соответственно, она никуда не девается. То есть, ну, это прям вот реально крутая история. Собственно, при включении фена, если без насадки, то есть вот что происходит, я имею в виду без этого диффузора, мы разбиваем всю структуру, разбиваем локоны. Вот, то есть, ну, это просто я вам продемонстрировал суть вот этой пластиночки такой внутри. Это крутая прям тема, крутое решение. Это реализовано круто, прям вообще ребятам респект. По плюсам. Насадка не сползает, сама никуда не уезжает, то есть за счет вот этих вот резиновых шариков, то есть она прям легко одевается, достаточно плотно, волосы сюда не попадают при проработке пряди, и, соответственно, она прям, ну, классно сидит. Это первый прям вот плюс. Второй, вот эти штучки прорезиненные боковые, следовательно, положив фен на скользкую поверхность, то есть он отсюда не стягивается и он отсюда не падает. Это второй прям плюс. Третий плюс, то есть кнопка включения у нас находится сзади. Мы случайным образом никак не переключим температуры. Остужение воздуха происходит прям достаточно быстро. Ну и четвертый для меня прям важный плюс — это скорость фена. Не могу сказать в метрах, но она ощутима прям хорошо. В заключение, это... Он очень удобно сидит в руке, он не супер легкий. Я сейчас не буду сравнивать его с другими Т-образными фенами. Просто отдельно про него скажу, что он не супер прям легкий, но и не тяжелый. То есть он очень комфортно сидит в руке. Если там с Паралюксом, допустим, сравнивать, то скорость дуновения вот этого, она, ну, прям прилично. У него прям отдача даже есть. Он как включается на полную, он даже чуть-чуть отдачу такую дает. Вот смотрите, раз, два, и он прям чуть-чуть так отдачу даже идет. Мне очень такая мощность важна. Оп. То есть прям работать с волосами, с прядями прям хорошо. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, это удобство, то, как он лежит в руке. Это прям классно.